Добрый вечер, Юрий. Хорошего стрима и отличного настроения. Спасибо. Оцените, пожалуйста, как Бакетхед нарубил. Тайм-код 43.00. Сейчас посмотрим. Но обычно он нарубает круто. Бывают, конечно, проблемы с бендами. Но так, в целом, у него обычно все здорово. Так, 43.00. Ну вот опять, да, вот он делает бенд, и он чуть-чуть мимо, на несколько центов буквально. Тоже, да, видите, чуть-чуть лажово. Здесь странная тема, такое ощущение, что у него как бы noise gate стоит, и он через него не прошибает. То есть такое бывает, когда сильный порог у noise gate, и человек бьет, и он звук такой... Не, здесь как бы, да, ощущение реально, что просто он через noise gate пытается пробиться, и это не особо получается. Тут не здорово. То есть так он, как бы, бывает рифы адски валит, кидает, и как бы... Но по музыке все, опять же, видите, красиво, интересно. Если бы совместить технику Джейсона Ричардса и мышление Бакетхеда, вот это был бы, конечно, музыкант так музыкант. А так получается. Ну, конечно, понятно, что потом скажешь, Бакетхед застрял. Не, у него техника тоже убойная, понятно, что это как бы как Гилберт, но если брать совсем уж страшных людей, то это Джейсон Ричардсон, конечно, покруче по технике. Но по мышлению прям вообще ни о чем никак.